продолжении предыдущего вопроса о соборовании хочу все-таки дополнить. Почему называется соборование? Потому что чаще всего совершается несколькими священнослужителями. Еще оно называется елеосвящение, потому что во время таинства помазывается маслом и вином, во время чтения Евангелия, апостола, а также читаются молитвы. Почему это таинство так и значимо? Потому что в нем врачуется душа и тело. Вспомните чаще всего, когда Господь исцелял, Он говорил: «Иди и более не греши». То есть во время собора мы слышим много молитв, в которых: «Господи, прости грехи, забвенные, или в своем проклятию подбоди, или священническому, или материнскому». То есть именно на фоне повреждения духовного повреждается и телесно. Поэтому здесь также идет и врачевание и духовного, и телесного. Чаще всего оно совершается Великим постом, бывает и в другие посты, но чаще всего Великим постом или надлежачим больным, но в разуме. Все таинства совершаются в разуме. Храни, милосердный Господь.